Очком какой, да? Это мои женщины-подружки. Ну все, мы приехали. Это что это у вас? Это с чем? Винный шопинг. Всем здравствуйте. Можно посидеть. Итак, всем... Ой, какой свет закатный, вы даже не представляете, какие вы красотки в этом кадре. Ну что, всем добро пожаловать во влог. Это значит, девочки, мы этот влог мы посвящаем своей подружке. Светлана, немножко вас... Вот, отлично, тут Аленушка. И я. Мы едем во Владивосток. Итак, Алена, расскажите, почему мы едем во Владивосток такой компании, что у нас намечается и как бы... Мы будем радовать нашу Дианочку, устраивать ей отеческую панику. Сюрприз, сюрприз! А вы... Он говорит, если вы приедете, вы вот едете туда, а она едет к вам сюрпризом. Говорю, нет. Зачем ты вообще мне это сказал? Невозможно. Лина и Дарья, расскажите, нет, почему мы едем? Мы едем устраивать сюрприз нашей подружки. Едем вкусно кушать. Гулять. Нет, ну почему мы едем к ней? Мы как бы... А еще у меня там... А, ты хотела сказать, чтобы рассказали историю про подружки? А я у меня, ты не опоздала, я работала. Да, ну расскажите, почему вы не приехали провожать вашу подругу, которая переехала 2 недели назад по Владивостоку? Потому что все застряли в пробке, и поезд уехал. А вы где застряли? Я на работе застряла. А вы где застряли? Я считаю, я тоже на работе застряла. У нас половина работает, половина безответственная. Я тоже была на работе, но не работала. Вот, я тоже здесь. Я тоже была в пробке. Не знаю, может понять, я в стороне безответственной. Да, реально, мы просто опоздали на поезд, представляете, и не поехали ее провожать. И сейчас мы в этот же день придумали эту поездку, чтобы делать ей сюрприз и приехать всем, максимально всем, насколько это было возможно, и заявиться к ней домой, мы знаем, где она живет. И вот приехали. Ну, еще вы можете посмотреть второй, как бы, влог у нас 2 одинаковых. Вот, можете вот... А почему нельзя совместный влог сделать, как в инсте, знаешь? А можно поделать? На 2 канала? Можно поделать? Не знаю. Я переживаю, как ты весь... Не надо! Ты фототет, да я тоже. Фототет, да я тоже. Да, мы разные, но мы вместе. Фото. Ника, что это? Тут бутылка, Карлтон. А как слазить? Это как это? Эстетика должно быть. Мы в поезде. А как слазить? Вот эта полка, она вообще реально не к месту. Посмотрите, у нас ВТО у Дарьи. Ну, вы ее тоже увидите в видео потом. А, вы не едете? Блин, может, она вышла, у нее там мамочка, и ее мамочка в одном блины сразу выучила, она говорит, мы за тобой едимся. Что мама про нас сказала? Что она сказала про нас? Ты показать нас в окно, ты сказала, типа, я сейчас приду? Да. И она, они ушли уже, им уже было надо идти. Да, просто так приятно. Нет, она сказала, что, мы прикольнее? Да, она говорит, что будешь лейкать, когда? Она плакала. С блинчиками. Блинчиками. Она умеет. Блогерами вот это вот. Она плачет, девочки. Потому что ее мама увидела она. А ты что, ближе бьет? Ты что, плачешь? Я вам говорю, она плачет. Какая резкая реакция. Ну, блин, не сами, я типа не грущу, мне хорошо. Ты типа классно. Я не грущу, мне хорошо. Даже как сидеть. Красавчик. Птичек на жопочке. На ветке свет. Зато я зафиксирована. Ветки на ветку. Ой, всё. Блин, ну давайте уже блины, что мы чай зря попали. Да, реально, я схватила. Мне уже пока чай горячий надо есть. Можно? Давай. Так, кому еще? Посмотрите, как у меня блин. Первый блин комом. Все правильно, но зато со сгущенкой. Кому еще? Руку просто. Даже если по одинаковому рецепту делаешь, мама все равно вкуснее всегда. Короче, да. У меня бабушка делает восхитительные блины. Уже бабушка на маме, на маму. Не, мама моя блины не умеет делать. Это вообще, вот мне передалось, я тоже, я сколько пыталась. Одновременно. На самый верх. Сними. Его получишь, чтобы я не мешала. Моя любимая. Что стоит? По росту идеально, посмотри. Это прям для меня. Это 1.50 м? Что? 60 чего-то. Видите, что это? Простите. Это будет Зорро. А теперь нет этого. Вижу. Продадим.
Мы Алёнушна снелись-то? Алёнушна. Алёнушна постелилась. У меня сейчас будет отеческая паника. Тяжело стелить? Я просто встала. Девочки, чего у вас так много на столе всего? У нас пиршество сейчас будет. Это вам привет вам. Нет, очков не будет, а это я как с 2014. Покажи. Да? Что-то Линочка рассказывала. Я говорю, у меня очков не хватает, а я как из 2014. Угу. Посмотрите, какой она. Здравствуйте. У нас тут приставучки. Good morning. Если они не таковы. Да. В 5.07 я глаза открыла. Я 5.05 встала. Опять же. Немножечко. Мелочи, приятно. Поднимаю ваши охваты. Обязательно не мы думаю, этот отрывок отправим кому надо. И кому не выложим надо, куда не надо. Оказывается, у всех есть видео в трусах. Главное, чтобы не без трусов. Вот, так она красится, конечно, у нас Алёнушна. Сейчас так вот просто. На-на-на-на-на. А еще только до. Ребятки, мы приехали. Это мои женщины-подружки. Болит? Ну все, мы приехали уже все. Мы вообще крейзи. Нам сюда so вот. Crazy. Да, да. Раз, два, три. Сейчас мы уже здесь. Сидим в студио и выбираем завтрак. Вы выбрали? Да. Вы выбрали? Картошки? Да. У Светланы все, она не может, у нее торт все заказывают. Она в 6.44 уже. Алёнушна, вы выбрали? Да. А покажите Дарьюшну. Скоро 14 февраля, и я намекаю. Но... Дарья, вы выбрали завтрак? Да. А, все. Я тоже выбрала. Да. Так, у меня вот такой цукини оладьи, рыбка, какой-то соус. У Алёнушны это драники, да? Очень красиво тоже с соусом. Это мой завтрак, ну это Дашин завтрак, но он мой завтрак. Называется так просто, так что мы сейчас попробуем. Ух ты! Лина, это что? Бенедикт. А там внутри что? Там бекон, вафля, бекон, яйцо пашот и какой-то соус с гренок. Ладно, ну у вас как у меня, поэтому я не спрашиваю. Но у вас почему-то все время камера как бы блюр. А у тебя что? Вот такая вот, какая порция большая. Приятного аппетита всем. Что, нам осталось, мы уже заказали себе минивэн. И сейчас уже поедем, ну, когда к нам приедет минивэн, мы уже поедем. Мы уже придумали, как появиться. И мы появимся, и вы увидите это. Вы бы хотели, чтобы к вам так приехали, сюрприз? Испугались бы или было бы приятно? Испугалась. А кто бы вы хотели, чтобы приехал? Мы поможем тебе приехать, сюрприз. Только адрес скажи. Мы знаем ее адрес, мы знаем ее имя, мы знаем, где она живет, и мы поедем мстить. Как вам? Покушала здесь нормально? Нормально. Нормально? Да, на сколько из пяти? На 7. Из 5. А вам? 3.5. Ну вот, мы нашего мнения никто не спрашивал, но мы скажем. Потому что это за Раф из любимых рук. Хихиха. Пора размяться. Пора размяться. Встали, прыг-шкок. Пить воду, подышать. Постоим, там это все растет. За нами приехал черный минивэн, и мы выдвигаемся дальше. Все забрали вещи? Да. Садимся. Давай. Я к тебе. Давай. Итак, мы уже приехали. Выходим. Забираем вещи. Господи, господи, господи. Ручки все покажите. Все волнуются? Я волнуюсь. Мы уже в лифте. Мы молчим с этой секунды и ни слова не говорим, чтобы себя не выдать. Ясно? Все, все молчим.
Скажи, девочки, позовешь нас? Ты нашу конспирацию, посмотри, какие мы. Мы не такие. Мы чикане. Я спать. А можно помыться? А программа на 2 дня расписана. Все, собирайся. Мы приехали на поезде. Чела, выехать. Какой поезд? Могли не раньше приехать. Это было не просто смело. Доброе утро. Пришли, чисто такие обустроились, как будто всегда тут были. Нормально вообще-то. Ну, чаёк у неё видели? Да, холодно. Как у тебя чисто, сидечки. Не, подожди, сейчас то, что я сказала, не записываю. Мы это записываем уже. Я вижу, что ты не говорила. Я в соке, я сплю и всё. Доброе утро. Это не сон, нет. Мы не сон. Света еще приехала. Она из Нары. Я не раз так переживала, но экзамен не У меня ножки трясутся до сих пор. Вы что такие мои? О, она тут силач. Она на всех вешается. Вот она, эта женщина. Ничего не отдали. А, ну надо отдать еще, что ж мы. Знаете. Все схвачено. Да подожди. Мы опоздали, но мы как бы искупаем свою вину. Мы хотели передать тебе. Это будет вот на алтарь. Все, садись. Возвращаемся. Очень красиво. С рассветом мы приехали. Это вот. Солнышко прям красивое. Стоит. Так вот оно. Так это вы мои. А вы наши. Да. Солнышки? Да садитесь. Чего как не родные, как не у себя дома. Гости чисто приехали, диван заполонили. Я сижу. Давай, не трогай, не тормози. Цветочки, сердечки все. Алена чисто. Это камеру. У меня информация не для камеры. Это не снимать. А они настолько, знаете, сколько? 3, 5, 6, 3. 5, 5, 10, 5, 8, 8. Обман.
заряд просто. Итак, чтобы вы понимали, у нас Умба-Лумба Триант. Мы пересмотрели Вилли Вонка, да, мы ходили в кино. И вот мы уже ложимся в падки. Там дальше нет. Вот так он, смотрите, он сделал умпа-лумпа-умпа-лумпа. Потом ладошки вот так вот в сторону, в одну сторону шагнул, в другую сторону. Нет, руки вместе, вы просто ногами шагаете. Ну, руки вместе. Да, вот Лина как делает. Потом поворот вокруг себя. Потом одну ногу влево выкинули. Одну. Это разные ноги. Давайте. Одну ногу влево, одну потом ногу выкинули вправо. Потом еще раз эту же вправо. Ну, вправо еще раз. И потом тверк. Спасибо. Спокойной ночи. Антракты. Как будто у нас тут вообще намечается. Кстати, мы спим втроем. Вот. Да. Это Даша, нам очень нравится. Это Света. Мы это всем советуем спать втроем. Втроем вообще очень весело. И совсем не трясешь. Уютно. Уютные капы. На улице. Дюны. Так, второй акт. Тише, тише. Мы видим вас. Озвучка, мы видим артистов. Умпа. Парапапам. Телета. Мы сегодня ходили в кино, ну вы там вот влоги вот этой женщины посмотрите. Мы что делали? У меня, видите, нет такой информации. У меня такая есть информация, что мы уже лежим. Первый день, он все. Он finally. Okay. Ну, у нас очень английский спит на первом этаже, поэтому мы не можем спросить, как мы правильно или неправильно. Потому что здесь настолько по юру. Ну, по юру мы не можем. Да, вот. А, уже снимать. Извини, сейчас мы договорим немножко. Вот это по юру у нас, это по Sweet Fox. Ну, да. Пусть так будет. А сейчас выступает настоящий Sweet Fox. Итак, смотрим. Они просто идут, идут нормально. А вы что, в очках? Не смейся. А таческая давайте. Мы снимаем? Девочки, нет? Тоже серьезно. Снимаем? Вообще серьезно. Парапапам. Умпа, лумпа. Парапапам. Умпа, лумпа. Парапапам. Умпа, молодцы. Ну какие зайки. Мы вышли. Закрываем и кланяемся. Можно не закрывать, пожалуйста? Раз, два, три. Спасибо. А можно вот его на антракт? Добись, добись, добись. Все. А можно открыть, как бы нам сразу немного? Этот комаров. Have a nice night. Thank you, guys. Thank you, guys. You are very nice. Я встырю только сейчас. Это знаете, когда перед бабушкой концерты и выступает? Good morning. Такая тут у нас булочка милая. Отдыхает. Ну, шерсть у него припечаталась просто знатно. Итак, мы во втором дне, мы сейчас на завтраке, вот Светлана свой красивый чайник разливает, сейчас мы покажем, мы еще не покажем, что мы заказали, мы пока покажем, где мы. Сохраните заведение, мы вот в такой красивой овсянке, мы тут сидим, очень красиво, пока вот только матча, вкусный чай, вот такие сырники, кофе с манго. Тут пока что ничего интересного, но мы ждем наш завтрак, вам мы все покажем, и нам все покажем, мы сами будем смотреть, вспоминаться. Расскажите, как прошла ваша ночь, Алёнушна? Мы спали прекрасно, я думала, что я дома спала. Да она нас обнимала! Она нас обнимала! Я просыпалась два раза, я просыпалась в 4 утра. Сначала свет спустилась, да, потом ты спустилась. Потом я проснулась в 8, когда ты пошла мыть волосы. Ты меня так обнимала! Так с одной стороны света! Да, да! Кто это? Что я так делаю? Да не, приятно было. Мне понравилось. Она обнимала, при меня вот так вот прижималась. Хихикали только умпа-лумпа. Ага, конечно. Мы вообще-то долго еще там что-то разговаривали, а я вообще вырубилась тоже. Мы еще тик-токи смотрели. А что мы смотрели? Тик-токи. Мы? Да. Тик-токи. Без тик-тока. Кто-то... А вы в блогерке смотрели тик-токи? Я когда скачу в замок, я
думаю, типа, мне уходит. Или да. Настоящий, наверное, да. Сработает. Мне видишь рекомендация Лена, ты, Алёна. Ну, контакты. Контакты, да, один раз. Ты была типа? Серёжка. Как вам спалось, да? Мне спалось прекрасно. Хотелось бы поспать еще побольше. Хирургическая. Ты проснулась? Да, в 9 утра прозвенел будильник, я сразу проснулась, открыла глаза. Я просто отвернулась, чтобы еще полежать, ну, проснулась до конца. Ну, я тоже. Коробку может проснуться. Ну, я в 4 утра вставала, я добежала в туалет, потому что напилась под вечер. А я думала, это грабитель. Да, Дарья подумала, что к нам пришел грабитель воровать... Телевизор. Я реально слышала, как будто как телевизор снимают. И я такая, а как Алена? Вдруг ее снизу, что случилось? И просто начала так потихоньку так выходить и смотреть. Просто стою, смотрю, и свет такой, что лето выходит. Я хотела спустить. Так же, Алена, я сплю первая у двери. Меня украдут самой первой. Я от того, что я привыкла спать одна, я очень реагирую на эти звуки, что я такая раз проснулась, что происходит. Обзор заказанных блюд. Это у нас. Рассказывайте. Это на бриоше, да? Прекрасно. У вас? У меня то же самое, но что-то очень вкусно. У вас мы уже посмотрели. Благодарим. Приятных таблеточных. У вас? А что это у вас? Это с чем? А, это жуем. Это говяжий бекон, яичко. А все заказали, получается, бриошку, потому что у меня тоже такой только с крабом. По счастливой случайности мы оказались в таком магазинчике. Женщины себе там выбирают кольца со всякими надписями. Примерки. Здравствуйте. Аленушка тоже. А это я. Выбрала что-нибудь? Нет, я не могу. Какие тебе нравятся? Мне понравилось. Я не знаю, что мне нравится. Мне как будто нравится. Да, Шулькин выбрала себе кольцо. На улице просто метет, но почему-то вот из окна как будто бы этого не видно. Либо все уже закончилось. Намело так, что мы все мокрые пришли сюда. Следующая наша локация – Дэд. Мы пришли. Сейчас будем есть десерты и пить чай. Это мы. Такая менюшечка. Вот. Винный шопинг. Там сумки. Всем здравствуйте. Это опять мы. Мы все еще в этом видео. Мы в Экваторе приехали. Да что там не видели. Мы приехали сюда. Мы сейчас будем чил, отдых. Вот с вами самые стильные черные тапки. У меня вот такие зеленые. У нас такие дали костюмы нам. Вот такие мешки. Вот такие мы женщины. Кошки, женщины, принцессы, королевы. Идем покорять этот... Спа, тут нельзя показывать, там голый человек. Это 18+. Нужно, она тоже идет. Мы все, идем писать уже. Какие тут новые надо снимать. Мы с вами подвожу, увидимся. Next. Следуем за Дарьей. Она уже здесь была. Итак, обзор лифта в акватории. Во-первых, тут ковры. Вот такая лавочка. Сейчас мы вам покажем. А, вот такие женщины. Вот лавочка, чтобы если вам очень уставши, то можно посидеть. Мы как будто миньоны, все одинаково. Мы устанем сильные, мы будем реально сидеть. Лежать. А почему тогда только одна? Лумпа, лумпа, пара-па-пам. Фотографы работают всегда в нестандартных условиях и нестандартных позах. А мы на самом деле Светлана, Светланочна, Светлана, Светлана. Нет, нет, она, конечно, не позирует. Да. Класс. Продолжаем. Работаем. На попочке. Главное подстелить соломку. А, на фоне у нас там попочку подстелить. Пока у нас там идет фотосессия, мы здесь все сидим. Сидим. У нас сауны. А теперь я могу, да? Мне так тут жалко, нравится запах, типа прям вообще. Дальше у нас фотосессия, тут так все намечается. Фотографируем. Фотографии делаем. Мы сидим попами вот мокро. Женщин была в фотосессии, у меня не было.
Слышно? Вот она. Мы такие фрешные. Итак, ну что, мы уже сходили во всякие комнаты, но мы сейчас покушаем, что у нас был забронирован ресторан. Поскольку у меня на столе пока что ничего нет, а у всех моих подруг уже все есть. Давайте покажу, что они заказали. Так, традиционно. У Светланы что? Бок с курицей. Бок с курицей. У Дарьи. Камбалы с рисом. У Алены что? Мне тоже бок с курицей. У теперь самой голодной, самой нашей большой подруги. Гигантессы. Да, что у вас? Им. Это сырогана с курицей, да, и цезарь. Посмотри, какие порции, гигантские, огромные. А у меня вот очень вкусная еда. Ничего. Не успела я потоксить, как уже у меня тут есть еда. Ну что, финальная часть нашего путешествия. Мы сам. Мы говорим спасибо за этот блог. И вот этим, и вон тем. И тем, которых сейчас с нами нет. И вот этим. Мы уже приехали в наш город. А мы уже приехали? А мы уже приехали. Мы уже скоро приедем. Это вот наш город. Мы уже приехали? Уже приехали? Ну, Аленушка уже давно уже идет туда. Основа малыша. А это у нас помойка такая была. Это наш чай. Да, это у нас вот такие вот ручки. Это косметичка, это шапка. Это сумка, это сумка, это пакет. Это телефон, это ботиночки. Это тоже телефон, полотенечко. Почему вы полотенечко не сдали? Не сдавали, не моё что. Это не ваше? Да я вы все будете отрицать? Полностью не сдавали. Да, я. Это ваше полотенце? Да. Хорошо. Ну все, вот мы и до свидания говорим вам. Это у нас брак, пожалуйста. Это у нас недострой или дострой, мы не знаем. Короче, что-то строится. Вот наш город, вот рассвет, вот луна, грязное окно. О, какое грязное. И все. Мы уже очень не фрешные. О, Сережка нам надо теперь. Ну все, поставим. Мне кажется, из дома еще иногда стоит уезжать лишь для того, чтобы вернуться и осознать, как же круто. Своя ванна, своя кровать. Это все так прекрасно. Это все так здорово. Помыться, обновиться, обнулиться. Я вам хочу кое-что показать. Я купила на Владивостоке такой прекрасный ежедневник для пар на год. Давайте его распакуем. У нас здесь есть, во-первых, в начале, скорее всего, какое-то описание, как его вести, и дальше на каждый день есть вопрос для обсуждения вместе, чтобы стать ближе, и здесь их 365, то есть каждый день до 365-го прям отвечать вместе на какой-то очень важный вопрос, и мне кажется, это безумно сближает. И очень важно возвращает вас друг к другу, особенно как у нас, когда совместное дело, и мы не только муж и жена, да, мы еще партнеры, и это все очень важно. Вот. Поэтому здесь прикольно. Вот первый вопрос. Как ты себе представляешь идеальное путешествие со мной? Куда бы ты хотел поехать вместе? Значит, изменило ли знакомство со мной твое представление о любви? И много чего. Думаю, что это классная идея. Классная идея, которая крепит наши отношения. И еще купила вот такую книгу прекрасную. Она про то, как вести внутренний диалог с собой и не поддаваться навязчивым, странным каким-то мыслям. У меня целая коллекция Unicorn. И вот это, наверное, чуть ли не последняя книга, которую мне осталось собрать.